Ну, хорошие показатели у тюменских застройщиков. Он, к слову, в 1,5-2 раза превышает среднероссийский уровень и статистику по Уральскому федеральному округу. И при этом жилье возводят на любой спрос. Об одном из таких проектов следующий материал. Район Московского тракта, Плеханова и Маяка. Именно здесь строится уже третья очередь жилищного комплекса «Москва». Это перспективная территория застройки. Отсутствует производство, развивается инфраструктура и возводятся дома. Сам квартал в стороне от дороги, а это значит, что во дворах будет минимальный трафик автомобилей. На сегодняшний день на третьей очереди строительства жилого комплекса «Москва» ведется монтаж железобетонных панелей домов ГП-1 и ГП-2. Подготовлен к монтажу панелей фундамент дома ГП-3. Получено разрешение на строительство жилого дома ГП-4. Работы ведутся согласно утвержденного графика. Строители возводят по 3 этажа в месяц. В домах третьей очереди жилого квартала «Москва» будут располагаться компактные однокомнатные, удобные 2- и 3-комнатные квартиры площадью до 60 квадратных метров. Пока они только строятся, но уже можно оценить демонстрационную версию будущего жилья. Квартира меблирована и является наглядным примером грамотного зонирования. Приобретение такой квартиры обойдется покупателю менее чем в 1 миллион рублей. Декабрь месяц – самое хорошее время для покупки нового жилья. Мы создали специальное новогоднее предложение на квартиры в домах, которые будут готовы уже в декабре 2016 года. Хочется сказать о финансовой доступности покупки квартиры в компании «Сибструсервис». Возможный платеж по ипотеке будет от 4 500 рублей в месяц. Чтобы узнать об ассортименте и условиях приобретения квартир, достаточно обратиться в офис продаж застройщика. Иван Стрижов, Ксения Моисеева, Евгений Доценко, «Тюменское время».